Сегодня у нас очередное замечательное событие в старейшем ботаническом саду России. В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылась выставка, посвященная работам учащихся в школе Сергея Николаевича Андреяки, школа акварели. И здесь представлены разнообразные произведения, посвященные животным и растениям. И, конечно же, мне кажется, что это удивительно правильно, как будто специально созданная для аптекарского огорода выставка, потому что, во-первых, это очень трогательные работы. Причем эти работы отличаются тем, что в них присутствует какая-то, знаете, какая-то естественность, не то чтобы даже какая-то, вот, может быть, можно сказать, наивность, но при том, что они совершенно профессиональные, то, что на них изображено, выглядит удивительно и естественно, и мило, и трогательно.